Шарапова призналась, в каком случае точно не вернется в теннис. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в случае возможной беременности уйдет из спорта. «Если я забеременею, то потрачу на это дело все свое время», приводит слова Шараповой Tennis World USA. По ее словам, у нее всегда были прекрасные отношения с матерью. Ей бы хотелось таких же отношений со своим будущим ребенком. «Думаю, я не вернусь в теннис после родов», подчеркнула Шарапова. В этом сезоне Шарапова, которая является 5-кратной победительницей турнира «Большого шлема» и бывшей первой ракеткой мира, провела всего 15 матчей.